Привет, MLP Пранчилл, это для тебя видео. Мы с Хьюстон, то есть моей собачкой, зададим тебе вопросы. Да, Хьюстон? Итак, первый вопрос. Ты смотрела аниме Наруто? Ты какой-то куклой еще играешься? Вот у меня есть, видите, вот Мэдлин Хаттер, все проиграюсь. Мне было через неделю, была неделя там назад, 12 лет. Итак, теперь я хочу тебя спросить, как ты готовишься к видео? Я беру камеру, думаю, что рассказать. У меня специально есть планшет Samsung, не специально, а просто планшет заметки. У меня здесь есть, видите, это сериал у меня. Это влог Мэдлин Хаттер. Это вот эта девочка. Он Север Афтерхай, у меня она единая. У меня тут и песня есть. Кухаю. Вот. А у тебя есть планшет, кстати, да? И как ты готовишься к видео? У тебя вообще уже сколько у тебя появились новых пони, которых ты не рассказала? То есть ты не показала видео. Какие у тебя появились пони, которых ты не показала видео? Не знаю. Ты наиболее часом будешь покупать пони? Я уже не знаю, какой это вопрос был. Пятый вроде. Ну ладно, значит это будет пятый, потом будет шестой. Шестой. У тебя, а ты на чем снимаешь? Седьмой. Ты никогда не забросишь канал? Никогда? Так, восьмой. Ты собираешь стикерсов? Сейчас покажу, как их... Ой, извиняюсь, чупчиков. Ой, нет. Извините, там просто... Ревзар идет. Так, а у тебя есть вот такие чупчики? Они клеются? Отлепляются и... Тихо, успокойся, Хьюстон. Тихо, ваши испанки. Просто наш меняется, потом я уберу. Это было вроде 8-9. Какие твои лучшие каналы? А ты когда-нибудь... У тебя есть... И последний вопрос, 10-й, у тебя есть парень? Итак, вот, здесь все эти вопросы, может больше, может меньше, я честно не знаю, но по счету так. Мы с Хьюстон говорим типа пока и пожелания, наконец-то. Итак, пожелания. Я хочу желать тебе счастья, здоровья, хочу, чтобы ты все время, то есть, как бы, была счастлива, снимала все время видео, и я очень буду рада, и хочу, чтобы у тебя было где-то 20 тысяч подписчиков. Может, даже больше. Мне очень хочется. Я очень тебя люблю. И мои лучшие каналы MLP Rarity, MLP Brown Channel, MLP Talking Muff и Фроди. Пока-пока. Всем печенек и всем кексиков добра. И чтобы все подписались на MLP Brown Channel.